Ну и вот помните, тестировали, короче, вот эти вот разные наушники, ну точнее, вот эти вот затычки. Я проработал какое-то время с самыми большими, вот с этими вот. Они изолируют очень круто, то есть прям даже, наверное, слишком круто. То есть, по сути, это самая большая модель вот этих вот залипушек, которые очень круто садятся в уши. То есть, ну, кому-то, может быть, конечно, это будет великовато, но все равно. Вот. И сегодня я себе на занятие поставлю самые маленькие вот эти вот. Посмотрю, что как с ними. Попробую вот эти вот и вот эти вот. Собственно, делается это все очень просто. То есть мы просто берем и аккуратно снимаем их. Сначала попробуем вот эти вот обычные резиновые, как вот от обычных наушников затычек, да, такие прям. Вот так вот наушник выглядит без всего. Вот, буду, короче, пробовать сейчас. Ну, здравствуйте! Еще у меня, короче, тут на днях возникла проблема, что, судя по всему, забилась или ее передавила трубка из кондея выходящая. То есть это именно вода, которая должна выходить, она уходит туда, в стену, до бетона, вдоль панели идет до самого низа и выходит на улицу. И мне пришлось там расковырять кусок стены, чтобы разобрать все это дело, как-то починить. Буквально 10 минут назад выходил, смотрел, все было нормально. Сейчас гроза, дождь идет, жесть какая-то. В общем, пришлось вот здесь вот расковырять стену и вот эту вот шланг выложить, потому что потом придется его заложить вот таким вот образом туда по прямой, потому что вот эту трубку, судя по всему, где-то вот здесь вот прям в бетонной плите это и со временем передавило, что ли, фиг его знает. Короче, вода не выходила, и у меня кондей начал люто плеваться водой. Думаю, стоит мне обратно зайти домой, потому что что-то... Ну, очень мокро, короче. Ну, а сейчас, наверное, момент, которого вы ждали вообще весь видос, потому что видос так и называется «Подрезал дреды». И знаете, в чем самое удобство дредосов? То, что можно стричься, как Рэмбо, тупо ножом. То есть я сейчас возьму и где-то вот посюда все дредосы обкромсаю. Вот, потому что, ну, они просто стали совсем очень длинными и местами очень сильно мешают. Поэтому можно просто взять вот так вот, да, прям, и попилить их. Но, как видите, они довольно мощные, поэтому можно вот так вот по одной дрединке взять. Так, эти,